Что будем делать? Может, прогуляемся? Я живу здесь, наверху. Даже так? О, боже, это мой муж! Стой, стой, стой! Назови хоть одну причину, чтобы я тебя не пришил! Давай, стреляй. Что? Он нас раскусил. Тебе нужно было дождаться, пока я останусь без штанов, а тебе дать мне сбежать. Вот так деньги зарабатывают. Никогда не раскрывай себя, ври до конца. Зачем тогда ты пришел? Профессиональное любопытство. И еще я сиськи люблю. Вдруг что-нибудь перепало бы. Я действительно давно в этом деле. У меня было все, что нужно. А потом появилась девчонка. Я знаю, вы затеваете что-то большое. Я хочу в долю. Может, пропустим ту часть, где я внушаю тебе, что между нами есть некое влечение? Что, нет никакого влечения? Нет. И ты не будешь меня соблазнять? Нет. Но это же моя любимая фигня. Извини. Так что насчет большого дела? Ты про то, после которого будет столько денег, что можно уйти на пенсию? Это наука, заставить людей доверять тебе. Договорились? Да, договорились. Знаешь, может, это просто слова, но было здорово. Это все из-за эмоций, из-за чувств. С чего ты взял, что можешь доверять ей? В этой игре нет места чувствам. Это тебя убьет. Поиграй. Ты ведешь двойную игру. На твоем месте я бы не доверял ему. А тебе стоит доверять? Да у тебя проблемы, друг мой. Я сейчас тебя убью. Давай попозже. Ты потерял все деньги. И мои деньги. Это твой косяк. Ты проигрываешь. Не могу поверить, что ты врала мне. Не можешь поверить, что я врала? Не могу. О, звучит как комплимент. И это да, все? Да, Ники, потому что ты всегда врешь. А теперь нас убьют. В конце концов, это все обман. Все так сложно? Вот что бывает, когда нанимаешь мошенника. Я все еще в игре.